мячик. Всем привет, ребят, доброе утро. Суббота, выходной. У всех выходной сегодня, папа наш работает до обеда. Скоро, кстати, приедет. Так, давайте завтракать или папу ждать будем? Маргоши нет, она вчера пошла к подружке с ночевкой. Тоже должна скоро вернуться. Ждать, наверное, никого не будем. Позавтракаем. Какие у нас планы на сегодня? Поехать за продуктами, немножко закупиться, то, что не хватает. Хотела поехать куда-нибудь погулять, но погода не очень. То ли дождик собирается, то ли непонятно, какие-то тучи на небе. Пылесос я буду сейчас запускать, а ты уходи. Поехали. Вчера сидела до часу ночи, делала себе ногти. Надоели мне красные длинные, хочу вот такие вот коротенькие, квадратные. И цвет, кстати, хамелеон. Видите, кончики немножко фиолетовые. Когда тепло, голубые ногти, когда холодно, фиолетовыми становятся. Надоели мне длинные ногти, красные напрягают, поэтому хочется немножко такое светленькое. Куколка твоя, что вы тут делаете? Куку вчера оставила у себя. Брака, да брака, бум! Кстати, спрашивали, будут ли девчонки опять делать себе рождественские календари. Пока не знаю, ничего они не говорили. Может быть, так же, как в прошлом году, купят уже готовые. Мама, вот, а поэтому я не знаю. И будут ли влоги у нас каждый день, тоже немножко сложновато. Постараемся хотя бы через день. Мы же обычно как снимали раньше, в декабре каждый день. Вот, а в этот раз, я не знаю, сложно будет, скорее всего. Насчет календариков посмотрим. Кстати, они тоже там уже себе выбирали. Готовые календари. В прошлом году ты что-то открывала, Каролина, с косметикой, да? Да, Каролина с косметикой открывала. Ксюша там с какими-то игрушечками маленькими с мультфильма. В этот раз не знаю, посмотрим. Чуть больше, чем через 2 недели, уже будет декабрь. Много. И там конец года, Новый год. У меня чешется рука, видите, вот красные пятна какие-то появляются. Очень сильно чешется. А также почему-то чешется затылок. Уже который день. Я уже проверила, думала, вдруг у меня там кто-то завелся. Проверила, прочесала себя, ничего нет, но чешется, просто зудит ужасно. Я не знаю, что такое, что за аллергия. Что голова, рука, не знаю, иногда бывает и спина, и шея. Не знаю, я вроде ничего такого я не ем, чтобы прям вот аллергическое. Ладно, пойдемте завтракать. Календарь будем покупать скоро, не знаю. Да, скоро! Тут лежит, вот тут вот она любит в ямочке между подушками ляжет и лежит, девочка моя. Кушать пришли? Пойдем. Вот тут целая страница, несколько даже страниц. Чего вы вырвали? Это Макс. Макс, зачем? Это мое. Ты какой хочешь, Ксюш? Я хочу кошку. Вот этот, Супер Винкс. Винкс. У меня больше мин брать. Каролина вроде волк, да, выбрала? Да, вот на этот. Это. Календарь она выбрала. Это бульон. Барби не хочешь? Нет, Барби она не играет. Нет, я... Из Бегла Крына и Бегла. Вот, смотри. Покемон даже есть. Вот. Пикачу не хочешь? Кану Керес Покемон. В прошлом году нет, не сегодня. Почему? В прошлом году мы пошли. А там уже ничего не было. Мама, все раскупили. Мама. Поэтому. Я хочу это. Смотри. Иди туда. Нет, это потом, это когда будет Рождество поближе. И сюда. Сейчас по расписанию у меня тренировка, и сегодня я вам покажу, как я тренируюсь. Как-то в одном влоге я, по-моему, показывала, как я тренируюсь. Прыгаю на скакалке, потом на дорожке бегаю, там еще какие-то упражнения делаю. Цель у меня была немножко скинуть вес. Вешу я на данный момент 61-62, знаете, так вот скачет туда-сюда, и хотелось бы скинуть до 55. Тренируюсь я уже, наверное, где-то в течение 3 месяцев, и пока что результата никакого нет. Пришла я к выводу, что тренировки мои неправильные, к тому же я еще питаюсь неправильно, а это тоже очень важно. Недавно мне порекомендовали одну платформу, которая называется FitStars. Здесь более 1400 разнообразных тренировок по 93 программам. Похудение, растяжки, зарядка, зумба, йога, в общем, на любой вкус. Так, я себе выберу вот эту программу «Новая жизнь». Хит. Так, здесь 30 тренировок на каждый день. Получается 1 месяц, плюс-минус по 30 минут. Все дословно показывают, рассказывают. Для этих тренировок не нужно иметь никакой подготовки.
а они подходят для новичков. Также на платформе есть раздел «Питание с рецептами», с расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. Потому что, как вы знаете, что правильное питание не менее важно, чем тренировки. А еще у них недавно появились курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой, которые теперь также входят в подписку. Я сразу оформила безлимитную подписку. Это очень удобно. Вам, кстати, тоже советую. Для вас есть подарочек по моему промокоду, скидка 70%, безлимит всего за 4995 рублей. Ссылку я оставлю в описании и промокод MKFAMILY. Также появилась беспроцентная рассрочка долями. Так что буду заниматься теперь на этой платформе, ну и, конечно же, буду делиться своим результатом. И еще можно сохранять любимые тренировки в личном кабинете, чтобы долго их не искать. Например, вот я для себя сохранила уже несколько. Ну что, ребят, давайте начнем. Очень удобно заниматься, так как можно включить на компьютере. В принципе, можно еще подключить к телевизору, но это мне нужно у Лео спросить, как это сделать. Всех можно сделать на весь экран. Решил вместе с тобой начать новую жизнь. Внимание, с 7 ноября и до конца этого месяца все, кто оформит подписку на FitStars, участвуют в беспроигрышном розыгрыше. Призовой фонд более 1 миллиона. Разыгрывается 5 айфонов 14 Pro Max, 5 телевизоров, встроенный Salut TV с приложением FitStars, много Apple Watch и других фитнес-браслетов, умные весы, массажеры, брендированные фитнес-коврики, а также множество других приятных подарков. Кроме того, все участники получают гарантированные подарки от партнеров и множество подарочных сертификатов. Фух, закончила я первую тренировку. Вроде такие бонь. Вроде такие легкие упражнения, но просто уматываешься за эти 30 минут. А первая тренировка прошла хорошо. Еще у них появились программы для детей от 3 лет. Ну, вон, Каролина уже готовится. Сейчас будем заниматься. Каролина, знаешь, что нашла здесь? Есть хип-хоп для детей. Учиться танцевать будешь? Школа супергероев? Детские олимпийские игры? Что ты хочешь? Вот эту или эту программку какую? Наверное, вот эту, да, с девочкой? Так, папа как раз пришел, сейчас он нам подключит к телевизору. Так, ну что, все, готово? Супер. Закончили. Пробуй, давай. Хорошо, теперь раскрыли, закрыли, раскрыли. Другую. Меняем активно и подряд. И назад. И еще один. Вперед. Ты уже убежал. А ты что, без куртки? Я заполнила вот еще одну такую штучку и купила себе еще 2 ножа. Таких вот средних. Я не знаю, для хлеба взять, не взять такой нож. Вот мне еще дали тут наклеечки. 2 у меня штучки. Только у меня один большой, такой есть еще маленький. Хорошо, в следующий раз возьму. Все. Следующий, наверное, возьму. Вот такой вот у меня есть большой, вот такой маленький возьму. Он стоит 6,95. Со скидкой. Без скидки 34,95. Дай сюда. Дай ремень. Ремень дай. Мне нужно пристегнуться, нельзя без ремня ездить. Дай. Хулиганил такой, а? Все, поехали. Так, мы заехали за кормом для Бонни. Какой в прошлый раз вкусную взяли, она так хорошо ела. Какие ультимы войском промус? Мы последний раз взяли корм, и прям он ей очень понравился. Уже такого нет. Вот такой вот. Такой вот. Подойдет. Фильки есть? Штерман. Хочу такой цветок. Вот у меня цветок. Да, на, держи. Такой возьму. Так? Красивый же, смотрите, какой классный. Рождественский цветок называется. Что там взяли? Суши? Для а что, больших не было, что ли? Нет. Пойдем. Нам нужно к школе взять еще. К школе. Вот такие вот булочки с шоколадом. Такие вот. Что ты нашла? Мюсли? Да, взяла себе? Да, вот это. Окей. Так, ладно. Идем дальше.
Сегодня прям очень много народу. Переполнен магазин. Что там нам еще нужно? Все, на кассу. Сейчас мы заедем за Маргаритой и домой. Пришел мой Маргошкин. Маргошкин пришел. Поели? Ну все, поехали. Все в сборе. Домой. Ну тебе придется мороженое вытащить с коробок по-любому. Это, тут нет места, тут тоже нет. А тут что? Картошка фри. Давай сейчас будем делать картошку фри. И маффины надо съесть. А, да, и маффины. Ксюшке нужно делать маффины, потом отнести девчонке. Одноклассницы, и они завтра будут продавать? Послезавтра. Послезавтра. Кто-то готовит, кто-то нет, продает. Завтра. Разберем все продукты, и потом будем делать маффины, потому что ей нужно к 8 часам. Ой, ну, короче, вечером нужно отнести уже. Фрукты, яблочки, гранат взяла. В общем, как обычно, тут груша, йогурт, зубная паста. Сегодня у нас маленькая закупка. Так, там что, бананы? Целый пакет бананов я взяла. Хочешь банан? Нет? Мне плохо попили. А, ты не ешь банан? Вот я взяла еще для салата руккола. Очень полезная. Говорят, нужно каждый день рукколу кушать. Так, еще. А завтра кто будет? Никто. Мои креветки! Гранат. Гранат тоже очень полезная штука. Это замороженный, который готовить надо? Да, готовить надо. Мне кажется, они уже готовые. А, да, они готовые, почему они такие? Они уже готовые, и соус есть. Ксюша, еще креветки. Сразу с соусом. А папа не хочет. Вот такие вот Ксюша ест мюсли. Можно такую? Да, сушеные фрукты. Потом что еще? Злаки, кальций, магнезия, 11 витаминов. Вот бочонок йогурта у нас уходит за несколько дней. Такую вот корзиночку груши. Вкусная груша. Они такие мелкие, но они сладкие очень. Перчик, витамин С тоже сейчас очень нужен. Так, все? Ну и все, там по мелочам. Вот этот вот соус тоже вкусный, французский для салата. Каролина продолжает заниматься. Еще десятка. И 8 раз. Теперь мне больше интереснее. Интереснее заниматься это взрослой. В сторону, вперед. Присед. Программой. В сторону, вперед. Все, мы начали уже делать маффины. Маффины. Так, вот он рецептик маффинов. Если кому-то надо. Батарейка у меня садится. Так, нужно смешать сейчас только сухие ингредиенты. Мука, разрыхлитель и щепотка соли. Да, все, высыпай. Потом разрыхлитель. 1,5 чайные ложки. У нас в 2 раза больше мы делаем. Значит, нужно 3 чайные ложечки разрыхлителя. Ты знаешь, что такое щепотка соли? Что это? Да, это вот так вот. Вот так вот, как делаешь. Откуда вас знают, сколько щепотка? Теперь это все перемешиваем. Чтобы было это, все смешалось, все сухие ингредиенты. Долго? Ну да, так просто. Долго не надо, зачем, чтобы пена не появилась. Берем другую чашку. Берем сахар 300 грамм. А масло, оно растаяло хоть? Да. А второй кусочек нет. Ну что мешать? Такое вот, знаете, мягкое масло, чтобы оно задевалось. Так. Масло с сахаром взбили. И теперь добавляем яйца. И тоже взбиваем все это вместе. Ой, Сеня! Не я. Пол яйца у тебя вылилось вон куда. Давай поиграем с белком теперь. Сопельки. Так, дальше молочко нам нужно добавить, муку. Добавляем муку 1/3, значит, 1/3. 1/3 части. Так, теперь наливай 100 миллилитров. Все? Кончик сначала. Уже в 2 раза все делаем. Блин, мама, ты еще делаешь. Я думаю, что такое тесто густое? Еще 200.
5 минут 180 градусов. Та-дам. Видите, оно как бы такое вот не совсем жидкое, не совсем густое, как сметанка. Так, все, Ксюнчик, теперь нужно загружать это все. А сколько градусов? Формочки, что у нас, одной не хватает, да, формочки? На сколько градусов? Я поставила 180. Вот так вот мы сейчас уберем. В духовочку. Ксюша размораживает креветки. Лайфхак от Ксюши. Вот такой вот я покупаю микс, салат. Готовый уже, все нарезанное. Вот так вот высыпаем. Открываем. И тоже немножко насыпаем. Куда не поместится? Ну еще там два контейнера. Ну еще огурчик порезать. Вот он огурчик и перчик. Я хочу перчик. Перчик — это очень хорошо. Вот. Перчик. Еще сухарики сегодня купили, да, для салатиков. Сухарики. Канья. Креветки пошли в духовку, потому что они не слушаются, не размораживаются. И наши капкейки, нет, это маффины, маффины пекутся. 30-35 минут, 30-35 минут. А все, что останется для нас, да? 20 штук тебе и все остальное нам. Все, тут уже две партии. Первые немножко маленькие получились, вот такие вот низенькие. Я думала, сильно тесто подымется, поэтому не наполняла сильно. Вот вторые уже вот повыше, побольше вот эти вот. Маленькие у нас останутся, большие Ксюша отдаст. И последняя партия как раз печется. Все, упаковали наши капки, ой, эти как их называют, маффины. Забыла вам показать, но в общем, получились они в два раза выше, чем вот эти. Помазали глазурью. И здесь 22 штуки. Сейчас она отнесет, в общем, они это будут продавать, и они собирают деньги на лагерь на следующий год. В сентябре они пойдут в лагерь, когда Ксюша не хочет. Вот, Тимо, поэтому... налетели с этой тупой училкой. Поэтому нужно им денежку собирать всяческими способами. Ксюша себе недавно курточку взяла, вот такой вот бомбер, типа бомбера. Она теплая, она прям внутри, там чувствуется, что-то есть, наполнитель какой-то. Эй, что-то она мне так понравилась. Я так думаю, что я ее тоже буду носить. Размер, по-моему, S-ка. Ну вот, Ксюша у нас любит большую одежду. Хорошо, когда с детьми размер совпадают. Можно их одежду носить. А они мою носят. Оставалось тут несколько маффинов. Все съели. Не успела. Все уже улеглись спать, поэтому я тоже буду собираться. Беру сейчас кухню и спать. Так что всем пока. Спокойной ночи. До следующего влога.